Открытие обновленной экспозиции усадебного дома в Захарове состоялось в Одинцовском округе. Его создали в 1999 году к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, по образцу принадлежавшего Марии Ганнибал. Здесь располагается выставка, посвященная детству поэта и окружавшим его людям. К знаковому событию подарок музею передал глава муниципалитета Андрей Иванов. Мы здесь небольшой подарок подготовили для музея, потому что знаем, с какой теплотой, душевным трепетом Александр Михайлович относится к каждому экспонату, находящемуся здесь в музее. Это такой замечательный портрет Пушкина, литография. На самом деле юных портретов Пушкина не так уж и много. Мы знаем всего лишь три. Здесь Александру Сергеевичу 17-18 лет. Этот портрет выполнил директор лицея Царско-сельского Энгельгард. Он всех лично, своих учеников, как на выпускной альбом, нарисовал, в том числе и Александра Сергеевича. Ну, эта литография уже воспроизведенная, это конец 19 века. Также портрет поэта в современном стиле, выполненный с использованием компьютерных технологий, подарил музею заслуженный художник России Александр Конов. Это только для того, чтобы создать ощущение комфортного восприятие достоверности происходящего здесь. Поэтому я сделал маленькую модель не просто так для подарка, а для того, чтобы люди задумались, что существуют сегодняшние технологии, что они вторгаются в эту жизнь и никак не ломают ее, а наоборот предоставляют возможность действительно еще более глубоко и более содержательно проникнуть в эту непростую задачу. В усадебном доме провели реконструкцию здания и обновили экспозицию. Для удобства посетителей установили информационные панели, использовали мультимедийные средства и инновационные детали. Значительно изменился и второй этаж, где оборудовали зал для творческих занятий с детьми. Необходимые денежные средства были выделены федеральным и региональным министерствами культуры. В завершении официальной части мероприятия директор музея Александр Рязанов провел экскурсию по обновленной экспозиции. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».